Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Аминь. Приступаем к отчету за прошедший день. Номер 69. Вопросы, пожелания и события дня. Задавайте вопросы. 18 февраля 2016 года. Кругом измена, трусость и обман. Известная фраза последнего российского императора Николая II, записанная им в своем дневнике 2 марта 1917 года, в день отречения от престола. Почему я взял эпиграф вот к этой теме, к этому отчету за это? Потому что все это везде пропитано этим. Вот сейчас сколько задают вопросов мне, я не знаю, именно поездки патриарха в Гаване, они с папой встретились. Почему? Все боятся, что измена, изменили православие, что патриарх полностью католик, что это Никодимович, и дальше что только говорят. И боятся открыть, они за закрытыми дверями это все делали-то. Ну и обман, обманывается народ-то везде. Главное, это не по Евангелию, о Христе речи вообще нету. Не о спасении речь идет, а вот эта церковная структура под друг у друга подбирает. Вам никогда, никогда не побороть католиков. Почему? Потому что это абсолютно мирская организация. Иезуитизм. Говори одно, думай другое. Все разрешается. Вот у нас есть форум. Я сейчас попутно даже покажу пока. Вот посмотрите. У нас есть форум, я сказал. Вот он форум. Православный форум. Ну, я не хотел бы называть. Ну, вижу Андрея Кураева, так и называется по имени. Остальное во свете Библии открытым оком. И сайт, и другие ресурсы, и YouTube везде. Открытым оком во свете Библии. А тут по имени 1588 тем. Тема – это раскрытие всего. Допустим, миссионерская работа. Этого нигде в мире нет, что у нас здесь есть. На 24 группы разбиваются люди. Какие? Что они говорят? И какой ключик из Святой Библии к каждому? Это после моей смерти будут здесь искать, говорится, днем с огнем будут искать. Это все на форуме. Откройте самые главные страницы, и там написано, какой ключ. Ну, какой ключ? Место Писания. Я занимался языками, изучением языков, и меня сразу Господь поймал на второй главе Деяния апостолов, говорение языками. А у меня нет языков говорения-то. Они говорят, сразу можно заговорить, Бог открывает. Я знал, можно выучить, как сейчас, за один месяц, за два, это вранье. Ничего не знают за один месяц, за два месяца. Для обихода нужно минимум 300 слов. А где он запомнит? Пропойся какой-нибудь. Такие методы. Метод один. Головой надо работать. Пакетным методом изучать. Я изучал в 59-60-х в этих годах. Просто интересно было. И Господь нашел. Евнух ехал, считал, не понимал Исаию. Господь на 53 главе Исаия его поймал. У человека должен быть стих, ключик, через который Бог зашел к нему в сердце. Еще немного этого не понимают. Я просто с бабушкой ходил. Нет, ты что-то учил. Макарий. Макарий увидел, как обращается христианин на корме нищего. Через это его Господь поймал. Он увидел. Другой, еще что-то. И вот надо найти ключи где. Найдите все это на нашем форуме. Дальше считаем. Ну, здесь просто прочитайте, что я нигде не бываю, ни в контактах, а туда пишут. Пишите прямо на наш форум. Мне вопросы. Сейчас я уже не отвечаю там, и поэтому некоторые думают, что я им не ответил. А я ответил именно в сегодняшнем утреннем отчете. Вот прочитайте об этом. И дальше объявление. На каждый ролик надо краткое содержание. Я в конце покажу, как это делается. Прочитайте вот тут, что показано. Я не успеваю, не могу этого сделать. Мне нужна помощь. Каждый ролик, а их у нас больше 4000 наших роликов. Работа большая предстоит. Ну и дальше. Что днем, какая была переписка? Часть ее, часть, повторяю. Юрий Соболев. Мир вам, Игнатий Тихонович. Обрадовался, услышав в новом ролике о том, что братья готовят выставить на сайте еще 3 тома ваших проповедей с ответов. То есть они, эти проповеди, есть на нашем сайте. На нашем сайте. Вот я опять же, чтобы это разговор шел, я покажу наш сайт. Вот он. Вот он как выглядит. Просто зарядите по-русски в Яндексе, в Гугле, во свете Библии. Православный библейский сайт. И вот здесь все книги. Вот я ткнул их. Вот они открывают Новый Завет с толкованием. Такое полное с откровением. За 2000 лет впервые вышло полное толкование Нового Завета по святым отцам. С откровением. Впервые за 2000 лет. Это наше издание. И 240 иллюстраций Гюстава Доре раскрасили. Лучший иллюстратор Библии.
И вот здесь книги мои. Так у меня в бумажном варианте 30 томов вышло, а тут их 31, 32, 33, да еще в двух вариантах. И они как мертвые, стоят здесь, мало кто считает. Я сейчас заглянул, а там 156 вопросов. Примерно столько же проповедей, если не больше. И братья сейчас пытаются что-то сделать. Как-то, и как их, я не знаю. А до этого, вот видите, на нашем сайте. Вопросы-ответы, вот они, 55 пакет, 55. Вот Царство Небесное, Христос Бог, Бог. Нажал на него, 52-й это пункт. Вот они, пошли вопросы-ответы. В каком томе у меня, в какой книге. Вот нажал, сразу идет ответ. Большой или маленький, но он ответ обязательно со Словом Божьим, видите. То есть нужно людей приводить ко Христу, а не к самому себе. Вот теперь дальше мы и считаем, что у нас. Вот. И терпением. С терпением ожидаю. Вот о чем подумалось. Распространенное в православной среде понимание смирения, видимо, нуждается в корректировке во свете Библии. Да. В нашей жизни смирение, так как оно понимается и проповедуется, есть благообразное оправдание собственной трусости, лжи и невежества. Вот, понимаете, о чем говорит? Бог открывает человеку. Смирение – это голова между колен, ручки, лодочки, батюшка, благословите. Все кончилось на этом. Ничего не надо думать, мозги вообще отшиблены, манкурты. Манкурты православные. Это все смирение. Да разве такое смирение перед Богом, перед Словом Его? А он его слово-то в руках не держал, поп-то, не знает ничего. Совершенно. Ставят в 19-20 лет священникам, когда по канонам в 30 лет не раньше. Он извергнут, и может никакой благодати нету, потому что вопреки канонам все. Невежество и промолчать там, где требуется сказать, не обличить того, кто в этом нуждается, не признать правоту того, кто знает лучше. Да. И все это накапливается в нас, и мы богатеем в кавычках этими грехами, согласно такой модели смирения. Еще раз прочитайте, что вы сказали здесь. Именно так и есть. Впрочем, представим, что такое суперсмирение и впрямь есть норма высшей добродетели христианина. Тогда следующим пунктом мы будем вынуждены признать и то, что в этом мы превосходим, страшно сказать, самого Христа и апостолов. Да. Почему? Да потому что если для нас образец есть Христос, это Филиппийцам 2.5, Галатам 4.19 и 1 Коринфянам 4.16, то почему же мы искажаем этот образ, стараясь залезть, в кавычках, в своем представлении о добродетели выше Господа? Так вот за что меня и гонят-то, попы-то, я это и говорю все время-то. Слушаться надо Слово Божие, научить сначала. Как Кирилл Иерусалимский говорит, если слова мои не сходятся с Библией, не верьте и мне. Это как вольное даю написание. Так в первую очередь надо научить людей, чтобы Библию знали, а потом самому говорить по Библии. Сегодня ни один, наверное, я не знаю, может быть, на одной руке можно таких найти, которые на каждый вопрос отвечали бы Библии, точно по Библии, и говорили бы эти слова. Они как огня их боятся. Я вел занятия в 5 университетах и все время слова эти повторял. И ни разу ни один человек за 53 года, как я обратился, ни мне не сделал упрек. А говоришь, это не по Слову Божию. Они говорят там не по традициям, не по тому, что предание было какое-то с мощами. Тут запутались. Все. Почему? В Библии нет ни слова о том, что они делают. Ни одного слова. Создана совершенно новая религия, религиозная организация под именем патриархии. Ничего не имеющего общего с библейским текстом. Это у меня к истинному православию книга. И там все это написано. Еще раз спрашиваю, где? Вот оно где. Вот для Слова Божия нет уса, а вот к истинному православию. Вы только ткните в него и сразу увидите. Вот, ее можно книгу выписать. О чем идет? Вот я показываю, какие темы открыты, на какой странице. То есть больше об этом нельзя ничего сказать. Вот, гордость папства, человекоубийство и ложь Ватикана, Фатимская трагедия. Дальше. Вот оно где. Если человек желает это узнать, ну, пожалуйста, заходи. Заходи и получай. Христос обличает фарисеев и книжников далеко не смиренными выражениями. Змееныши. То есть поражение ехидина. Гробы крашеные, лицемеры, невежды. Христос бичом выгоняет торговцев из храма, переворачивая столы. Вообразим на секунду человека, кнутом стягающих продавцов в церковной лавке и разбрасывающего все имеющееся там софрино. Ну представьте, на минуту. Вот зашел бы сейчас человек и начал это делать. Что с ним сделают-то? А это Христос. Сегодня все извращено в православной церкви. Все буквально. От оградки, где лгут нищие, которым подавать нельзя, подавать им. У них должна быть грамота мирная по канонам.
А там пропойцы, пройдохи, там целая система. А с них там кто-то сдирает. Это мафия для на нищих. Христос сатаной именует первоапостола Петра, на камне которого обещает и создать свою церковь. Христос несмиренно отвечает матери, Лука 8:19-21. А апостол Павел, назвавший первосвященника стеной подбеленной, противоставший Петру, требующий суда кесаря и по светскому праву, защищающий себя от наказания своим римским гражданством. Таким образом, мы или должны признать несмиренными наше смирение, ибо оно несмирение перед людьми всех мастей, безбожниками, сектантами, друзьями и прочее, превосходит божественное и апостольское смирение. Вот и все. А к чему призывают-то? По-библейски. Ведь выражения бери и оперируй ими. А то секта. Что? Главное, слова, которыми это прелесть, гордыня. Что бы ни сказал, это прелесть, гордыня. Он сопрел в этом. Он не знает ни состояния церкви, ни значения этих слов. Но это очень здорово. Прелесть, гордыня. Все. Что бы ни спросил, прелесть, гордыня. То есть манкуртизированное священство. Иглам, так именно об этом я и твержу уже более полувека. Или. В такой пропорции вопросы должны быть на каждом шагу. Вот что и означает, что у меня везде в названиях книг, сайта, ютуба и других ресурсов аншлагом и вопит во свете Библии и открытым оком. Юрий Соболев, благодарю, Игнатий Тихонович, и радуюсь единомыслию. Андрей Крючков. Добрый день, Игнатий Тихонович. Если можно положить своих 5 копеек, вроде как совета, вопросы пожелания события дня разбить на части. Первое. Вступление и объявление. Ну, вступление у нас это и есть. Второе. Давать комментарии как бы с птичьего полета на те вопросы, кому вы даете письменный ответ. Так вот, письменный ответ-то я давал, я еще раз говорю, я не успеваю, и поэтому отвечаю устно. Совет-то хороший, я раньше и отвечал. Сейчас кое-где, поэтому кто... Не заходит сюда. А раньше было как, я отвечаю, модераторы берут, опять переносят в контакт или куда-то. Я не могу, то есть я не в силах доверить кому-то. Так, летом интересно, вначале отвечать, а меня когда не было. А те говорят, это ответы дают, это видно, что не вы даете ответ. Люди разбираются все-таки. Хотя там письма виден, а на отцы голоса нет. При этом зафиксировать его вместе с вопросом на форуме. Куда слушателям и зрителям можно зайти и прочитать? Нет, не могу. То есть совет правильный, хороший, но не успеваю. Просто абсолютно не успеваю. Никак. Это невозможно. У меня нет секретариата никакого. Третье. На вопросы второстепенные давайте устные ответы. А. Вопрошателю кратко. Ответ устный. Да, я так и делаю. 4. Пожелания и благодарность. И ваши комментарии. Спасибо за внимание. С уважением, Андрей Крючков. Благодарю, Андрей. Так все сказали хорошо, но не по силам. Просто... И что-то сделать невозможно. То есть вместо меня второго уже не посадишь. Михаил Кальмар. Я говорил, что на форуме в среднем у нас было 320. Все шло помаленьку, возрастало. И вдруг неделю назад увеличилось 17 раз, потом в 20 раз. 6 тысяч с лишним посетителей каждый день. Это с чем связано, я не знаю. Такое неоднократно было. Вот то, кто знает, посоветуйте. Мы не можем определить, что такое. В определенное время, на форуме это очень видно, вот 10, ровно в 10, сразу увеличивается на 70 человек посетителей. Притом цифра одна. Проходит 3 часа, одновременно 70 все уходят. И видно, по каким темам работает. Или это органы КГБ, или патриархия семинаристам дает, они там лопатят, ищут, под меня копают. Опять, следующий день опять, точно так же, такое же время, 70 человек, 3 часа проходит, пошли на обед, все выключили, ничего нету. И не могут никто узнать, ни администрация, никто. Что это такое, так и здесь. Столько потом раз опять опускается до низу, 350. Что это означает? Не знаю. Ну, в 20 раз, чтобы больше стало. В 20. Это вообще не было такого. Я отношу до того, что вот эти прохвосты, которые нападают, ну, люди отверженные, люди без имени на нас клевещут. И, видимо, где-то распространяется, и через них приходят другие, заинтересовываются. Дальше. Михаил Кальмаев там сверху, да. И караульский Геронда. Ага, Геронда это старцы, старцы. Афанасий Усенко со Святой Горы Афон обратился с воззванием к русскому народу. Дальше кавычки. Вчера на меня вышел Сергей Ильин, и он понял, что я это даю, что-то вроде сомневаюсь, а он его знает. И ролик, а в нем как раз и говорим об Афанасии Усенко.
А пока я его, что он говорит, я просто помещаю. Кавычки открытые. Все православные сейчас в полной растерянности и недоумении. Никто не знает, что делать, кого поминать, где причащаться. И все, за редким исключением, молчат по поводу произошедшего на наших глазах страшного предательства веры. Когда предстоятели двух якобы братских церквей, наконец-то, обнялись и признали благодатность обеих. То есть не больше. Вот признание благодатности, акт о каноническом признании, зарубежные церкви были. Они его всосали и разложили. Там 13 юрисдикций. Теперь саму патриархию туда как насосом втягивают. Как в пылесос. Вот теперь они узнают, что это такое. На нас нападает где-то. А кто-то не пойдет. Ой, без благодати остались, их нету. Они скажут, они не пошли за нами. Кто-то пойдет, кто-то не пойдет. Так ли это? Я говорю, что комментарий пока не даю на это. Православное? Но ведь наш символ веры гласит, что мы верим во единую церковь, и второй равноблагодатный не существует. Не существует. Тогда с кем братался наш патриарх? Ответ простой. С архиеретиком. С самим сатаной, можно сказать. Однако вопрос этот вроде и всем покоя не дает, но как-то повис в воздухе. Уж больно ответ страшный, и все сказать что-то боятся. Боятся. Ага. Батюшки боятся владык. Батюшки боятся владык, трепещут. Как бы ни убрали, как бы ни что-то, трусливее священников никого на свете нету. Самое трусливое. Но есть такая трава, чертополох. Детей поет от испуга. Она такая синенькая, и она не вянет, сухая везде. Ну, я раньше всегда говорил, эти травы у нас на Алтае есть, приезжайте сюда. Батюшек поить надо этим. Но это от страха, и когда мощатся под себя ребятишки маленькие, поить надо. Это трава для священников, ее назвать для лечения батюшек. Колючая такая, чертополох называется, чтобы эту чертовщину из башки изгнала у них. Не боялись. Трусливые, а трусливых участь в озере Огненном. Почему Иоанн Златоуст говорит, большая часть священников погибает. А Серафим Саровский 3 дня о священниках молился, о архиереях, и вообще ни одного нет спасенного. А миряне боятся батюшек. Батюшек как бы от причастия не отучил. Они причастием играют. Те и другие из твоих помыслов. Во! Вот это не смирение. А оправдывают себя тем, что боятся в грех осуждения впасть. Или того более, ну, в хулу на Святого Духа. Но ведь это лукавство. 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 Понимаете, как вот все боятся, что как бы не согрешить, не осудить. Когда священник говорит, никого не судите, это означает, не трожьте нас. Больше никак они не понимают. Не трожьте нас, отойдите. Против нас еще не говорите. Не судите никого. Но никто так не судит людей, как священники, когда видят, что человек говорит по слову Божию. Тут из него столько лезет, оно накопилось. Надо сказать, владыку боится, тут боится. Ну, бывает, мужик дома-то подкаблучник-то, баба-то командует им. И вот маленько хлебнет, и он на остановке там колбасит теперь. И он и выступает, и говорит. Мужик один подошел, ему как ляпнул, он через оградку упал, встал, утерся. А на остановке сайта я это искал, развернулся и пошел домой. Вот и все. Это поповское все. А оправдывают выше? Оправдывают себя тем, что боятся в грех осуждения впасть, да. Ну понятно, чего боятся батюшки. Самодурство владык, который их под запрет отправит после малейшего отклонения от курса митрополитбюро. Бюро. То есть иерощекисты. Иерощекисты. Вот они боятся этого. Это, во-первых, лукавство, лицемерие. Ну, а во-вторых, самодурство владык, они все понимают. Больше вот такое бешенство от власти, как у епископов, ни у кого нету. Златоуст говорит, я никого так не боюсь, как епископов. Самое-самое самодурство все там. Никому не подотчетен. Может со священником все содрать, и в суд подать нельзя. То есть этого нигде нет. Это даже нету у мафии ни у какой. Это официально, документы. 70 лет книга правил не работала. Церковного суда нет, а в мирской нельзя обращаться. Иначе сам снимет. Они не могут сделать с тем, кто стоит на ногах. Вот вызывает владыка, кого? Моего брата, отца Акима. Почему? Сделали они купель, полное погружение. Он их вызывает, там Михаил Курочкин, там их 3 священника. Пока настоятель был в отпуске, они взяли купель, сделали в Омске. Он приехал, а он с Украины. А католичины все, попы-то оттуда едут-то. Он католик. Ну, только он все еще под православным обрядом, как у единоверцы есть, так и эти униаты. Владыка сразу, зачем этот раскол производить-то? Убрать купель. Понимаете как? Убрать купель, не проводить раскол. Чем раскол? Какой раскол? Ну вот это вот все и есть. Вот что здесь сказано.
И все сникли. А моему батюшке, он сказал, говорит, иначе под запрет отправлю. А у отца Акима с собой мастерок, он каменщик. Он берет мастерок владыка. Я могу сегодня пойти на стройку. Его везде на строительство храмах отправляли, брата моего. И владыка все сел, потому что он его не боится. Сам снять не за что. За купель. То есть возврат к истине, если отступили, назврата нет. Уже сатана застолбил этот участок. Вот сейчас общая исповедь где? Попробуй верни назад. Попы бреют бороду, попробуй поверни назад. То есть все окатолищенное. К причастию любого, эпитемия не работает. Попробуйте включить эпитемию. По канонам-то ничего не получится. Почему? Они озверелые стоят. Они всех в ад гонят. Без эпитемии, Златоуст говорит, не накладывая. Священник себя губит и того, кого допускает. Самая большая опасность в государстве сегодня, это не ИГИЛ. Это священство, которое пошло на конкордат с мирской властью. Это самое опасное, когда обмерщенная церковь. Люди обращаются туда и делают то, что говорит великий инквизитор. Грех разрешен, спасаются все. И тут Осипов на место, вечного мучения нету, ну и дальше все понятно. Под 80 лет старику бритый в галстуке. Сколько он перепортил людей-то за годы своего профессорства-то? Поступить в семинарию нельзя было, чтобы не быть сотрудником КГБ, не завербованным, не стукачом. А это профессор, тут доказывать даже нечего. Сколько раз он там был, как выявляют они своих. И поэтому чудом бывает, говорит, в одном выпуске в академии один парень прошел верующий, остальные все неверующие. Анекдот. А вот чего боятся миряне? Да. Того, что за непослушание священноначалию композитор Иларион Алфеев заградит им врата в Царство Небесное. Или казни египетские наведет. И там причащаться. Они причастием играют. А я от причастия отлучу. Это никакой силы не имеет. Но ты отлучал, а не Христос отлучал. Это разные вещи. Так он и так всей России путь к спасению заграждает. То есть этого не говорят, о ком, об Алфееве, о митрополите Иларионе, композитор. И опять ответ простой. Боятся все от неведения, от незнания основ веры своей и своих, как члена церкви, прав и обязанностей. Ну а ты-то, который говоришь это, ты учил людей? Народ тупой, невежественный. Он не знает, а народ почему? Потому что они учите. Сектанты, если учат, они все сектанты знают свое учение сектантское. А эти ничего не знают. Потому-то неведение и грех смертный, что по неведению пути спасения своего не распознаем, бредем как овцы, кто бы ни поманил или не погнал бы на убой. По неведению евреи Христа распяли, не зная, что он истинный Мессия. А ведь по учению церкви хранителя вне истины является церковный народ, а отнюдь не архиереи. Церковный народ. От народа это спрятали, это соборно принято. Народ сохраняет веру, но не архиереи, а эти главные предатели. Они-то как раз и всю церковную историю ересь-иерархами были, архиереи. То есть главные ереси кто? Ари, Нестори, Евтихий. Это все церковные чины. Это были не плотники, не пастухи. И именно народ всегда чистоту веры отстаивал по наитию Духа Святого, идя за теми епископами, которые в истине устояли. Так что же мы уже, соль обуявшая? Потерявшая силу. Похоже. Люди, вы что, не понимаете, что сделан первый шаг к унии, хоть пробный и осторожный? Стрелку зверопастыри забили аж в гаванском ангаре, чтоб ревнители не достали. Но для никодимовской секты очень успешный. Это Ротов был такой, он на руках у папы умер. И успешный, потому что мы все молчим, а вот молчанием предается Бог. Вот теперь будет все. Вы будете мои строчки, которые я говорил, я им говорю, в книгах у меня все это описано. Будете искать после моей смерти. Ну, а так вы еще с ним согласны? Я и не говорил согласен. Я определенные фразы говорю, что правильно сказано-то. А в настоящий момент, что за патриарха надо молиться, усиленно молиться. Владимир Харин, Петрозавод. Мир вам, неверный в малом и во мнозии неверен будет. Что хотели ожидать от Гундяева? Вся его жизнь показывает, кто он. Неужели ждали от него раскаяния за его беззаконие? Время историческое. Спасайте людей, Игнатий. С уважением к вам, как личности мирового масштаба. Ну, куда хватили? Мирового масштаба. А я дальше по Теряевке-то сейчас никуда и не езжу. Да, ездил где-то, было. Уж как Бог примет. Александр Марьясов. Мир вам, Игнатий Тихонович. На все воля Божия. Видно, Господь настолько уже устал от нас неразумных, что решил приблизить свое второе пришествие. Человечество во многом отвернулось от Спасителя своего. Теперь для многих Бог уже не цель, а средство для приобретения спокойного, комфортного земного бытия. Аминь. Да будет на все воля Его. Спаси Христос. Олег.
Вы говорили, что священство у католика благодатное. Врата ада не одолеет церковь Христову. Время все поставить на свои места. Вникая в Писание и в себя. Людям надо читать Слово Божие и с ним все сверять, что говорят священники. Паникуют те, кто хочет, чтобы ему разжевали и в рот положили. Даже глотать не хотят. Абсолютно правильно. Ну так предатель он, патриарх нет. Я говорю, в данном случае нигде этого нету. Он был, ну, поздоровались, побыли. Остальное-то со закрытыми дверями, что они там делали-то? И говорить сейчас ничего нельзя, считаю я так. А патриархе просто молиться надо, чтобы Господь ему это открыл, чтобы он получил рождение свыше. По всему видно, что он этого не знает. И водительство Духом Святым. Не надо ни поношения, ничего. Но по сравнению с папой, конечно, патриарх выглядит просто ангел. Он не бритый, как он выглядит, как говорит, сравнения какие, даже никакое сравнение не подходит. Александр Лобачев, скажу по себе, после нашего знакомства, видя вас и слушая, как вы идете за Христом, у меня в сердце настал мир. Я не боюсь, что кто-то меня уведет не в ту сторону, а боюсь того, как бы грехами своими не победить Бога, любимого Христа, и не быть перед Ним преступником. А вам низкий поклон, что вы, как маяк, ведете нас в небеса, ко Христу. Это разные люди по-разному понимают, а другие хуже меня никого нет и проще. Михаил Каймаев. Не согласен с Сергеем Козловым насчет Сергея Пупкова. То есть Сергей Козлов говорит, он как мантры считает, только непонятно, где, по скайпу когда, или я понял так, что именно на занятиях после богослужения, после собрания. Замените его Никитой. Никита лучше считает. Я вынесу на обсуждение. Слова Сергея Козлова я просто так не могу оставить без внимания. Я вынесу на обсуждение. Я не могу властно так сказать. Я могу это сделать. Сейчас скажу только и все. И они поменяются местами. Но я этого не сделаю. У меня это не принято так. Просто я выношу на обсуждение. Дальше. Брат при хорошем деле. Само чтение Священного Писания помогает держать себя в тонусе. Сосредоточиться, не расслабляться. Сергей все это на пользу. А то Пупкову. Он организовал занятия по скайпу, прислушивается всегда к замечаниям Игнатия Тихоновича. У него есть покаяние. А если он и делает иногда резкие замечания, так ведь это не по злобе же. Надо смотреть на намерение и насколько справедливо его замечание, а не обижаться. Брат ревностный, стремящийся к спасению души не только своей, но и ближних своих. А если бывают ошибки на этом пути, так рядом есть игла и братья, в том числе и Сергей Козлов. Так что всегда есть кому подсказать и поправить брата. Против Никиты ничего не имею. Видно, что он старается со временем, и до него очередь дойдет. Ну, так Никита. Вот Никита рядом сидит. Я ничего не говорю. Это Сергей так видит. Вот. Ну, дальше будет видно Сергей Козлов. И нужно поблагодарить его за небезразличие. Тем более... У меня особое отношение к Сергею. Я его считаю прозрительным. Он быстро ухватывает самое главное. И поэтому пропускать мимо его слова мы можем очень серьезно погрешить против истины. Дальше. Скрипков Анатолий. Это мне, которые письма поступили за день, за вчерашний. Сегодня у нас 19-е, это за 18 февраля 16 года. Пишет: «Здравствуй, брат Игнатий, я обращаюсь к вам за помощью. Я изучал Библию со свидетелями Иеговы, немного получил знания о Боге и его руководстве из Писания. Как правильно жить? Вы человек прямой, каких мало еще, и мне нравится ваше выступление. Мне хочется и дальше познать Библию, но некоторые правила свидетелей расходятся с Писанием. Например, они говорят, что Бог сейчас отошел от руководства человеками, и причастия у них нет, и в их Писании много изменено, как-то око... А у них глаз, десница у них, руку и многое другое. Скажи, Игнатий, а где мне изучать Слово Бога, если попы не проповедуют? Я прошу у вас помощи. Я, кажется, заблудил». Еще серьезно заблудил. Дело в том, что у которых нет священства, это сектантство. Священство не признают. Есть оно даже или нет, бывает, не от него зависит. Посадили в тюрьму. Вот. И свидетели Иеговы, их правильно называют лжесвидетели под именем Иеговы. Вот правильное их название. Это не христианская секта. Я другой раз смотрю, как от сатаны будто все. Ну а что, десница, они говорят, рука правильная, где говорила око, глаз, так это одно и то же. Со славянского, с церковно-славянского на русский. Так что к ним не ходите. Вот на нашем, я показывал на нашем сайте полное толкование
блаженная профилактика Нового Завета. Вот и берите. И пойдите в церковь, священнику, сходите на исповедь, очиститесь от этой скверны. Больше по телефону с ними не разговаривайте. И к себе в дом не пускайте. Возьмите святой воды и покропите все. Вот что, это не просто заблудили, а сатана увел. Больше ни одного шага туда не делайте. На днях у меня беседа была, с одной она от них отошла, сейчас ходит в храм, казашка, Райхан, и она пригласила иеговистку, я говорю, так они убегают, они будут. И правда, она мгновенно сразу смылилась, и ее нету, слиняла. Александр Жоба. Ну, это пишет он, Александр, на самом деле это женщина, там, Ирина, это его на мужа этот сайт. Игнатий Тихонович, здравствуйте. Извините за просьбу. Если угодно Богу, напишу вам, чтобы вы помолились за меня, Ирину, при крещении. Молюсь и сама, уже давно читаю Акафист, но с каждым разом все хуже становится, до слез. А мне еще 26. Все как-то в раз навалилось. Все как-то в раз навалилось. И в голове пульсирует, как будто пережали и щитовидная железа, и сердце. А сегодня ж несколько раз за день стучит с бешеной скоростью. И желудок. Была язва, сейчас гастрит, не могу вылечить. От таблеток плохо становится, и печень, и кишечник. Спину согнуть не могу, колени болят. У меня было два варианта. За грехи или за акафистов. Но к первому склонялось больше. Но вы сказали, что из-за акафистов не может быть. И слава Богу. Из-за грехи мне, наверное, даже мало всего этого. Но так страшно становится, что детей некому, кроме меня, водить в храм. И никто не расскажет им о Боге. И сама я еще не все прочитала и не познала много о Господе. Не все слезы выплакала за свои грехи. Может, даже не во всех раскаялась, так как не вспомнила. Но как угодно Богу, и Он лучше знает, что нам полезно. Храни вас Бог. Спасибо вам заранее. Ну, видите, таблетки не есть. Я могу сказать то, что есть. Вот мне 77-й год, я еще не помню, чтобы я съел хоть одну таблетку. Зачем? Это не надо. Вам трудно, возьмите, достаньте хорошего, настоящего спасики меда. И вечером в теплой воде на ночь успокойтесь. Будет сон хороший. Дальше соблюдать все посты. Исключите мясное, оно вам не нужно, тем более свинину. То есть надо урегулировать это все. Я очень сильно болел, маленький был, очень сильно болел. Желудок там все, и было что зрение, казалось, потерял. Но вот сам ребенок еще был, и как-то урегулировалось это. Я говорю то, что есть. Ежедневно на мелко, на самом мелком морковь сырая. Вот. Ну и дальше смотрите, дома учите, как мать. Зачем вам заботиться о том, чтобы в храме? В храме их и не научат. Сходила, причастила, на этом все. То есть тут все сказано на наших ресурсах. Вот теперь как нужно каждые эти ролики наши разобрать, краткое содержание. Вот Михаил Кальмаев выставил сегодня. Видите, вот какая минута, какая секунда и о чем говорится. Посмотрите как. Вот, теперь видно. Это найдут и роботы. Это видно все. Поэтому помогите, просьба помочь. Вот наша страница в моем мире, как она выглядит. Сколько у нас видео здесь? 2550. Своих, чтобы видео столько было, вы в интернете не сейчас смотрите. Своих. И кроме того, фотографий... 18800. Ежедневно подновляется, минимум 6 роликов ставим. Каждый день. Так что заходите на нашу страницу. Мы с Ютуба, я переношу все сюда. Работаем. И дальше. Я показывал, что у нас есть... Православный форум. Вот что тут пишет? Здравствуйте, Игнатий Тихонович. Решил сделать акцию против курения, алкоголя и плохого кино. Ну, это он говорил, вчера же было, сегодня. Как хороши и божественны 20-е праздники. Как хорошо Господь все устроил для нас грешных. В тот час возрадовался Духом Иисуса и сказал, славлю Тебя, Отче, Господи, небо и земли, вот что вопроса Ты... Нету вопроса. Теперь посмотрим, это более ранние, которые поступили. Вот, вчера он был уже. Кто он такой? Святослав Игоревич Климов. О. Ваши проповеди я заметил протестантские мысли. Как вы можете это прокомментировать в этом видео? Вы говорите, что нужно признать Христа своим лично спасителем. А вторая мысль это про то, что Дух Божий еще не коснулся вас. Тоже напоминает некий прорыв от Господа. Вот такие странные мысли. Я отвечаю. Когда я сказал слово «личный», то пояснил, что это взято не от протестантов, а из проповеди святого Иоанна Златоуста. Мы утеряли, другие подобрали. И это хорошо выразил диакон Андрей Кураев, говоря о моих книгах, что мы все это забыли, а Игнатий напоминает о том.
относительно же Духа Святого. Так я не понял, кто имел, не имел его. И где я это сказал? То есть не знаю, о чем должен говорить здесь. О чем здесь? Телефон звонит. Слава Иисусу Христу! Проверка идет. Дальше. Вячеслав Дронов. Игнатий Тихонович, как узнать волю Божью? Как правильно ориентироваться в жизненных обстоятельствах? Весной сократили с работы, занялся своим делом. Ну ладно, это мы найдем. Это тот вопросы, которые идут. Святослав Климов. Когда вы говорите поднять руки тем, кто считает себя мертвым, раз они не подняли, то их еще не коснулся Дух Божий. Вот так там говорится. Ага. Ну еще? Это все равно тоже непонятно. Ну это разно. Воздевайте руки в молитве, без гнева и сомнения. Ну, да. Без гнева и сомнения. Вот я о чем говорил. Это Павел говорит. Если руки не поднимают, значит ты в гневе и в сомнении. Тут толковать нечего. Дальше. Так, тут все-то оженение. А это ответ ему как раз по этим. А вот, как правильно ориентироваться, это работу потерял. Ну дальше. А вот ответ. Теперь спрашивает, что, как делать, не знаю, там болею, дети. Вот я отписываю. Если не, зачем бы ходила бы замуж? Не согрешит? Будете иметь скорби по плоти, а мне вас жаль? Я отвечаю. Апостол предупреждал, теперь поздновато вопрошать. И вот теперь. 1 Тимофея 5:8. Если же кто своих и особенно домашних не печется, тот отрекся от веры и хуже неверного. Плач 4:3. И чудовища падают. Падают, да? Подают. Подают. Я тоже падают. Подают сосцы и кормят своих детенышей. А щель народа моего стала жестоко, подобно страусам в пустыне. Ну и дальше. А здесь это кому? О чем? Виктор Райских пишет. Поясните, о чем здесь и кому. Плотник выбрал дерево, протягивает по нему линию. Ну ладно, посмотрим, орудием. Это мелкое такое, я потом начаю. Вот ответ на этот предыдущий. Я отвечаю. Получив ответ, вы не успокоитесь, но будете тут же задавать другой, во второй вопрос, чтобы подогнать его уже к священным изображениям, то есть к иконам. Не искушайтесь, Левитам 10:10. Чтобы вы могли отличать священное от несвященного, и чистое от нечистого. Ну и дальше места писания. Вот мой ответ какой. Смотрите. Раз, два, три, четыре. Третье Ездры к римлянам. Это надо писание все-таки любить. Вот такой ответ. И дальше. Это все ответ. И ответа ни одного моего слова нет. Ну назовите, какой священник, где архиерей дает сегодня такие ответы. Одного назовите мне. Я прошу, просто я не знаю. У меня в мыслях таких, что их и нету. Вот смотрите. Это вот ответ. Ответ на один вопрос. Еще пока ни одного слова нигде нету. Это что? Это... Пожалуйста, книга какая. Зульфия Ахмадулина. Полностью согласна. Сны в основном от нечистого духа. Но и Бог может нас вразумить во сне. Господь через сон помог оформить мне жилье. А семь семей с нашей работы до сих пор живут на птичьих правах, как в рабстве. А я стала свободна благодаря вере, что у меня все получится. Потому что во сне увидела, Игнат Тихонович, а может ли Господь сердце плакать? Иногда слышу, или что это может быть? Однажды слышала слово, прости его, только думаю, что мне это просто показалось. Не знаю, этим увлекаться не надо. Я вот за всю жизнь не слышал ни одного слова и никакого видения не имел. Никогда. Чувство было такое. Вот. Что-то отвечаю немножко. Снам верить чрезвычайно опасно, ответ. Но есть сны от Бога, определение и забот. Дальше. А переедание забот, там сказано. Да. Владимир Лебедев, Донецк. Здравствуйте, Игнат Тихонович, спасибо за приглашение. Лучшее никогда не нуждается в рекламе. Я уже год слежу за всеми вашими новинками, а в основном в Ютубе. Так что я ваш, в кавычках, недавний почитатель и поклонник, в кавычках. Мне 51 год, но в духовном продвижении... Это прочитайте, большое, очень большое, вы прочитаете. Видите? Как-то наведи так, Володя, чтобы можно было просчитать за этим. Вот. Видите как? Вопросы какие идут. Потом я отвечаю. Считать много. Кто? Валентина Невская. Здравствуйте, Игнатий Тихонович. Молитвы всегда прошу Бога о христианской кончине, но не знаю, что это. И второй вопрос. Осталось мне без духовного отца. Его перевели в другой приход. Уже давно, и куда не знаю. Спрашивал одного священника, как быть в такой ситуации? Можно ли попросить другого священника попросить быть моим духовником? Он сказал, можно. Я решил у вас спросить, как мне быть. Я сам это от вас не зависит. А самому нельзя это делать? Менять духовника или где-то исповедоваться? Я перейду в другое. Нельзя. Но его убрали или умер? Тогда да. Это надо просто различие делать. Сам ты делаешь самовольно или как?
Вот так. Ну, тут что-то ответ был. Так. Да, вот о мощах снова спрашивают. Откапывание мощей. Я опять отвечаю. Ну, одни и те же вопросы. Это... Вот оно где. Валентина Невская, священник, это да, что такое? Духовный отец. Слушай священника, в этом случае он прав, о смене духовного отца. Да, вот он прав. Виктор Капелла. Здравствуйте, приветствую вас любовью Иисуса Христа. Можно вопрос, кого вы исповедуете и кого прославляете, и через кого спасаетесь? Исповедуете, кого прославляете? Христа. И через Христа спасаемся. Эти вопросы, вот, я его не знаю, кто он такой, но так вопросы задать, православные не задают так вопросы. Это уже видно даже. Это не православные, однозначно. Владимир Капелла. Ну вот, и теперь вот это, отвечаете там, кому, да. Просто посмотреть это, как-то выделить. Что так. Она тут? Алина Лебедева. Можно ли Григория Распутина считать святым, ведь он истово? Кто был Григорий Распутин? Ведь верил он истово. Кто был Григорий Распутин? Ну, это был единственный человек, который пророчески сказал царю, что будет, если будет воевать. Единственный. Ни Иоанн Кронштадтский, никто этого не говорил. Григорий Ефимович. Более оболганной личности за 2000 лет, может, не было. Это поставлено было масонами, еще из него попытаться свалить царя. Что и было сделано. Зульфия Хмудулина. В мечети тоже знакомый мулла сказал... Да, прочитайте, что она говорит. Но... Ага. Геннадий Морозов. Если я получаю 100 тысяч ТГ, на алименты уходит из них 65 тысяч ТГ. Десятина будет 10 тысяч ТГ или 3,5 тысячи ТГ. Ну да, то считает. А десятина заработного. То, что на руки получил. Да. Цитата. Иулия Зульфия Хмадулина в мечети тоже знакомого сказал, что бесом... Я просто посоветовался с Полой, не сказал ему, что в храме перепокрестилась. А подружка ему все рассказала. Теперь родственники и знакомые меня за предательницу веры считают. А я уверена, что Господь... Ну, дальше прочитайте, что. А я теперь отвечаю за различные виды беснования в современных людях. Вот оно где. Как Слово Божие говорит. Просто зафиксировать. Вы остановите и прочитайте. Это у меня возможности нету. И это я о беснованиях говорю. Видите, сколько мест Писания. Там в скобках это места Писания. Это я откуда-то взял или сам тут даже уже сейчас не знаю. Пожалуйста. Вот, пожалуйста. Ну что, канонизация? Про Распутина. Да. Сейчас это можно любая канонизация с предвосхищением? Вот я отвечаю. А святой десятине платить нет, я отвечаю. То есть 10 тысяч нужно платить гривен, то есть он спрашивает. Если... Если бы дети жили с вами, то вы бы такого вопроса не задали. А так как дети оказались в другом доме, вопрос явился, и он праздный. Платить нужно с той суммы, какую получили на руки, за свои труды, то есть 10 тысяч гривен. И дальше я поясняю о десятине. И дальше мое стихотворение. Десятину Бог установил. Видите, какие стихотворения. 36 строчек в каждом стихотворении у меня. И напротив каждой строчки место Писания. Так, знаю я Писание или не знаю? Я должен знать, откуда эта мысль взята. Вот посмотрите, как интересно выглядит. В мировой литературе и поэзии найдите хотя бы у одного поэта зарубежного, ну, порядка за 3000 лет, найдите, чтобы так писали стихи. Каждая строчка – это открыть Библию, каждая строчка. Новинка? Ну, это как хотите, понимаете. Дальше открываем страницу. Дмитрий Шамхалов. Здравствуйте, отец Игнатий. Мира вам, благодати Божией и его благословения. Пишу вам, чтобы задать вопрос. Ответьте, пожалуйста, на вопрос, который меня интересует. Как я уже вам писал о том, что мне уже 28 лет, а никак не могу найти себе спутницу жизни. Тут мне друзья посоветовали познакомиться с девушкой, у которой ребенок. С девушкой и ребенок. Во-первых, это уже, если одна без мужа, на букву Б называется. Какая-то девушка. Девушка это пока девственница. Но дети, конечно, это не проблема, не препятствие. Но я не знаю, как мне поступить, так как она разведена. Но причину развода я не знаю. О, здорово. Господь разрешает жениться на разведенной в том случае, если ее супруг изменил ей с другой. Не разрешает, а остаться одному. Тут неправильно. Если... Можно развестись с ней, но дальше не говорится, чтобы она могла жениться. Или он. То есть, если развелись по причине блуда одного из супругов, то только о смерти говорится.
Они все отзываются только положительно. Но меня смущает, правильно ли я поступлю, если начну строить с ней отношения. Помогите, пожалуйста, посоветуйте, как поступить заранее. Решай сам, смотри, и зачем тебе это нужно? Если ты сам блудник, так это правильно. Даже это согласно Корану, блудницу и бери. Это правильно. А то сам, говорит, как свинья, как это в кресле Росонате Лев Толстой, в гное и разврате валялся, а ищу такую, чтобы более святой не было. Александра Кузнецова, я хожу в храм, а близкие говорят, что этому сумасшествие ходить туда. Или в тебе бесы сидят, и ты отмаливаешь. Почему верующих считают бесноватыми? Я не знаю, тут конкретная обстановка. Может, это действительно так. Вот я теперь отвечаю вот этому, выходить, жениться. Посему, если при живом выйдет замуж за другого, называется прелюбодейцей. У этого случая муж не умер, раз. Дальше. Кто разведен, дальше? Тут прелюбодействует, это два. Два. И дальше? Жена связана с законом, доколе жив муж ее. Если муж умрет, свободно выйти за кого хочешь, только в Господе. Поясни. Только в Господе, только за верующего христианина. И это три. И если по тем трем пунктам есть разрешение, тогда 1 Коринфянам 7:28. Впрочем, ну, если дальше, не женишься, смотри, какой ответ. Не согрешишь. Ну какой? Кто даст ответ? Смирнов даст ответ или кто? Ну любой священник, самый-самый речистый, он не будет тебе отвечать по Слову Божию. Даже уж, я знаю Андрея Ткачева, там речь поставлена, все, но этого нигде нету. Там видно только его, он много знает, много считал и больше всего. Но прямо ко Христу, там даже проблеска нет на это. Сим и Васишин. Не могу найти в деяниях место, где Господь говорит, что придут времена и будет вложено каждому в сердце его, и каждый будет знать. Точно не могу процитировать. Ну это где? Это написано у пророков, говорит. Не будут нужды иметь друг друга, когда водимые Духом Божьим будут. Геннадий Морозов. Мы все... Что он тут говорил? Тут вопрос, это появится где-то. Мы все вместе. Да-да. Десятина. Теперь я отвечаю. А вот этому, да? Да, а нет, это по деяниях. Ага. Иезекииль 11:19. И дам им сердце единое, вот и дух где, Иезекииль. Вложу в них, и возьму из плоти. А дальше евреям. Евреям третье место. Вот ответ. А это что? Геннадий Морозов, слава Богу, задал вопрос против десятины и браницы, ну, который день уже. Вот я отвечаю. Малахия 3:8. Можно ли человеку обкрадывать Бога? Считать даже не надо. Смотрите. Десятину и приношениями. Вот оно где ответ. Проклятие. Это курсивом на бок буква жирная и красным. Это я и Слово Божие даю. Вот ответ. Надежда Апанасенко. Здравствуйте, Игнатий. Это все хорошо, что вы делаете. Но сказано в Писании, ничего не добавляй и не отбавляй, а исполняй, что написано. А что придумано людьми, то не от Бога. Матфея 28, 18-20. Этим все сказано, исход 20 глава. А если исход 20 глава, это уже сектанты, на 100%. На одной главе зациклено, 25-ю еще ни один не прочитал. Больше ничего не надо. Ее убедили, вдолбили, ты спасена. Она не знает даже понятия о спасении, но ты спасена. Это обольщение дьявольское. Когда написано, многие потерпели кораблекрушение в вере. И так, кто стоит, берегись, чтобы не пасть. А нет, спасена, это обольщение. Дальше. Так, а если хоть одна заповедь нарушится, значит весь закон нарушен. Да. Иисус пришел исполнить, а не нарушить. Я не могу поступать иначе. Если это не говорит про Библию, это грех. Православие отправлено славить. Оно не совпадает с этим словом. Потому я убежала. Убежала от православия. Слава Боженьку, что есть на земле Божья церковь. Истина это святое. Прошу прощения за все, если вас чем-то обидела. Да не обидела. Дело в том, что православная церковь как раз и учит к тому, чтобы люди знали истину. Правильное толкование это. Дальше. Зульфия Ахмадулина. Да, с ней уже мы разговаривали. А пост, ответ. Про пост что-то спрашивает. Я отвечаю ей. Если... Как молитва изгоняется, без там что, вот отвечаю, пожалуйста. Если серьезно будете читать и верить в то, что вы написали, вам уже будет открыть путь к свободе во Христе. Молись, свидетельствуй о Христе, ходи в храм хотя бы на воскресную литургию, богослужение. Да подаст вам Господь здравия телесного и духовного. Снам вообще не верьте никаким, ни одному, а иначе в дурдоме так и погибнете. Сны ваши уводят вас от Бога, и вам это не нужно. Будет болеть голова, лень, сонливость и болячки не уйдут от вас. Видите как? Просто и понятно. Дальше.
Виталий Мироненко, радуйтесь, Игнатий Тихонович. Хотел спросить, в каких библиотеках городов Подмосковья есть ваши книги? Ну, все не перечислишь там, но я могу сказать, в Москве это библиотеки имени Ленина, в парламентской библиотеке, в исторической, только в Москве, в трех. Я скажу, где Берсеневка, это от храма Христа Спасителя, 200 метров. Там в храме есть, ну, в разных храмах. Там я дарил храм, везде по 38 книг. 38 книг это 750 евро. 750 евро умножить на 600. Что получится? Это только то, что подарили мы. Там Вера Кротень пишет. Я верю и, верую и читаю Писание. Почему вы перед иконами молитесь? Ладно, оставим иконы. Почему те, кто ходит в православную церковь, ругаются матами, курят и пьют? Хотя я все равно вам скажу, что икона – это идолопоклонство. Икона, идолопоклонство и маты. Все перепуталось, говорится, в голове. Еще могу сказать, курят и пьют. Да, вот курят и пьют. Настоящие православные, они обязательно, говорят, курят и пьют. Потому что Библия не считает, священник их держит под своим фартуком, все прощает под этой петрохилью. Моника Олегсанян. Простите, а вы подскажете, как вернуть веру? В последние времена моя вера не очень сильная, и я очень хочу верить так, как раньше. Ну, просить у Бога больше никак. Творить милостыню, пост и молитва. Виталий... Я и говорю. Каких библиотеках? Где? В самой Москве библиотеки Ленина, парламентской, исторической. Есть в храме Николы на Берсеневке. Рядом да, с храмом... я уже ответил. Ну, тут еще что-то есть. Кратко хотя бы прочитает, пускай. А то мне модератор сбрасывает сюда. Вот, что вы я потом отдельно отвечать буду. Александр Пигарев, мир, как ваше здоровье? Да. А вы смотрели «Солнечный удар» Михалкова? Ну что, смотрел, вот ролики дают. Посмотрите, ответьте. Вот сегодня сколько мне накидали роликов. Не могу я этого делать. Зачем вам нужно знать, какое мое мнение? Мое отношение там к разным роликам. Это вот все вопросы. Если можно, то прочитать, чтобы могли прочитать. И когда ответ буду давать, чтобы видно было, что ответ дается прямо на ролик на этот. Сколько я ответов даю здесь? Сколько вот под этим? Просчитай. Так, сообщение 7388. То есть только письменных 7300 ответил я здесь. Вот здесь что? Морозов, может ли Бог послать деньги? Ну, сейчас... лотерею. Дальше. Отвечаю. Здоровье. Доволен вполне. Фильм не смотрел, не буду. Совершенно неинтересно. Прошлое. И нет ответа за что. А ответ должен был. Никита сдать за отступление от Бога. Никита Матершинник и прочее, но после просмотра его фильма 12, Михалков, Никита. Я стал молиться за него. Вот так. Фильм 12, мое отношение к нему изменил. Я стал за него молиться. Он матершинник, и ни веры никакой нет, там подделывается, меняет себя и, ну, не знаю. Геннадий Морозов, может ли Бог послать деньги через лотерею? Вот так, это же грех. Грех, ничего нельзя делать. Играть. Марина Онищенко, Полтава, Украина. Спасибо, Господи. Очень радует сердце, что есть такая деревня. Очень бы хотелось приехать посмотреть. Ирина Бронникова, город Херсон. Вот что-то она дала. Игнат Тихонович, спасибо за видео. Смотрела и плакала. Какие вы молодцы. Николай... Вот с очками, если там друзья, уже не принимаю, чтобы снял темные очки. Это уже мне неприемлемо абсолютно. Это как маска у вахабитов. Николай Севцов. Игнат Тихонович, слава Богу, что есть такие люди, как вы. Его как звать? Николай. Николай, очки на фотографии можно было снять. Лидия Алехина, город Воронеж. А это на вход, на наш форум, там и вот такое, люди отвечают. Спасибо, Игнатий, на глазах слезы, что все не так, и как овца заблудшая. Это... Это что? Макс Богатырев, Калининград. Добавьте в друзья, батюшка Игнатий. Батюшка Игнатий, что вы думаете про новые документы и карточку УЭК? Вот зайдите на наш форум и зарядите эти слова в поисковик там с правой стороны и увидите. Вот я покажу сейчас где. Дальше. Сергей Лукинских, город Тоцкое, что-то такое. Ну дальше, не важно. Игнат Тихонович, круто, в кавычках, все у вас, и сайт, и канал. Постараюсь побольше познакомиться с вашей деятельностью. На нашем ютубе больше 4000 наших роликов. Даже счет она не показывает, система, их трудно высчитать где-то. Наших. Владимир Лапкин, город Нижний Новгород, то есть тоже о. Лапкин. Игнатий Тихонович, храни вас Бог. Вот так. Вот теперь я иду дальше. Это более ранние показы сегодня, не вчерашние. Более ранние, но это мои. Вот форум наш, смотрите. Если надо попасть на эту страницу, которая именно последняя, вот здесь вот написано новое сообщение. А поисковик вот где, общий поиск, вот.
вы его нажмите, выскочит рамка, и ох, там поставьте, и сразу вам найдется. Очень удобно у нас все сделано. Ну, а дальше вот я просто так показывать буду, которые тут ответы где-то. Наш устав. Про деревню. Вот прочитайте, я двину ее дальше. Ну и тут что-то тоже отвечаю, так мелконько, но обойдемся без этого. Вот тоже ответы какие, посмотрите, вопросы. Да. Роман Колесник спрашивает: Игнатий, что не всем ясно, и так обо всем проповедовать невозможно по причине хотя бы вновь рождающихся людей. Поэтому повторю, так верите ли вы, что на земле остались, смотрите большие буквы, народы, в котором бы не пытались проповедовать Евангелие во свидетельство? Нету. То есть народов таких много, но им не пытались еще и проповедовать, даже и не знают про эти народы. Ну а там, правда, я говорю о крещении, ответ. Так, Колесник, про народы. Есть еще немало народов, кому не проповедано Евангелие, наречено на земле 2896. Может быть, теперь другая единица. Максим Прокопец. Что он тут? Хочу рассказать о своей истории, связанной с этой потрясшей меня фотографией. Вот это наша фотография. Это в нашем храме, в Потеряевке, стоят люди. Мальчишки тут молятся. Пожалуйста. Эти уже большие стали. Вот этот учится в Алтайском государственном университете. Этот с ним приходит. Дальше. Я поясняю, где искать ответы. Вот он. Сфотографирую просто. Найти. Дальше. Максим Прокопец. Тоже. Новосибирск. Сообщение для всех. Сейчас 18 ноября 2014 года. Я на Алтае под Бийском. До дня собираюсь на 3-7 дней съездить поработать в Барнаул. В связи с этим в Барнауле ищу варианты. За деньги снять однокомнатную квартиру. Ну, понятно. О квартире и проще. Тут будет какой ответ? Компьютером. Чем он может заниматься? Слишком хорошо показывает. Моего сайта. Максим, вот это другое. Он думал, потеряю. Мы ответили. Мы в этом не нуждаемся. Информатика, нам это не нужно. Ну, о себе все дал знать, чем он занимается. Рекламирует свою деятельность, и это правильно и делает. Иначе бы мы не знали про него. Видно, что человек старается, что уж дальше я не знаю. Мы сразу сказали, вы нам не подходите. Не подходит там по-разному. Роман Колесник, мировоззрение, сам на службе у Господа Бога. Игнат Тихонович, какому конкретно народу не проповедано Евангелие во свидетельство? Назовите хоть один, только не надо называть якобы неизвестные группки в несколько сот человек народами. Даже когда находили таковые лет так с 30 назад, последние не оказывались осколками близживущих племен. Но вижу, что... Даже свидетели так называемой Иеговы издают свои эти маленькие брошюрки на 260 всего. На 260. А здесь сколько я пересчитал? Вот и все. Еще тысячи не знает, тысячи. Но он уже в это дело взялся. Где назови, я не знаю где, я просто беру статистику. Михаил Дудников. Мир дому вашему, отец Игнатий. Пишет письмо раб Божий Михаил. Нахожусь в темнице города Тюмени и К1 строгого режима. Нынче освобождаюсь 19 декабря. Я инвалид, отец, умер 52 года. Ну, то есть не о том совершенно говорит. Говори, за что сидишь. Они об этом не говорят. Я в заключении был, знаю как. Уже не вызывает доверия. Дальше говорит совершенно не о себе. Тут можно показать, руки надеть, там это все возможно. Главное, это не говорит. Игнатий, скажите, могу ли я с вами пообщаться по скайпу на тему, какая русская церковь истинная? Целая масса расходов даже в РПЦЗ, но истина же одна. Хотел бы купить все книги ваши и верную Библию. Я отвечал где-то. Игнатий и десятиричный какую сзади, и 10 вплотную. Уже не раз говорил. Геннадий Морозов. Геннадий Тихонович, как сопоставима лестница с евангельской жизнью? Применяете ли вы этот труд в своей жизни или общно? Не применяем. 3 раза просмотрел и прослушал видеолекции Геннадия Фаста, 8 лекций с его переложением на современных мирян. Но не знаю, кто так пламенно и доходчиво проповедовал, как вы, и в то же время взошел по лестнице на верхней ступени в теперешнем миру. Возможно ли это? Ну, положено 7 раз в день молиться. Это 3 святое, вот лестовка, и 100 поклонов. Не меньше 7 раз, не считая утренней и вечерней молитвы. И все это практика.
практика каждый день. У меня бывает, я же это, пенсионер, до 18 раз становиться на молитву. Да, даже такой. Куда бы ни пошел, в сад, где-то у нас везде, там место есть, где можно спрятаться. На пруду работаем, сразу помолились. И кто вокруг нас к нам сразу собирается, помолились, это занимает не больше 7 минут. Мне кажется, это в разных плоскостях несовместимо. Да и как узнать, ведь дошедший не скажет, а не дошедший не поймет. Понятно. Виктория Алексеева, город Рязань. Здравствуйте, Игнатий Тихонович, я просто поражена. Оказывается, не иссякли на Руси светочи истинной веры и ваша деятельность на Ниве православной, судя по фильму. Вот понимаете, вы говорите, Виктория, а которая враждебная мне люди-то, священники главным образом-то, они этих людей выискивают и заливают грязь, это не так, там убивают, там спят с детьми, педофилия, то есть что только они слышали, это там Аум Сан Рикё и все остальное, то есть безумие полное, поэтому вы рискуете, вот. Ну так и надо говорить, не бойтесь. Приносит свои благодатные плоды. Дальнейших вам преуспеваний, радости чистой Господней. Много благое лето, спаси вас Господь. Так. Любовь Васильева, города Чебоксары. Вот ни одна мусульманка так не будет, чтобы воротник сюда шел. Воротник не идет, должен быть под подбородком, вот где. А это вот сюда внутрь куда-то, зачем? Груди, зачем? Добрый день, Игнатий, простите меня, я не знаю, как вас по-батюшке величать. Спасибо вас, Бог, за видео. Детство мое деревенское напомнило. А деревню вашу нужно переименовать на Непотеряевку. Если вера православная там возрождается, она никогда не потеряется. Помогай вам всем Господь. Ну, видите как. Я говорю, можно ко мне выходить, вот написано где, считайте. По скайпу, но сначала написать надо. Я говорю, с трех, теперь с пяти по Москве, с пяти, потому что утром мы записываем ролик. Ну, с пяти или даже с четырех с половиной хотя бы. Как сопоставима лестница с евангельской жизнью? Да, ясно рассматриваю, говорю. Люблю Святую Библию, все рассматриваю во свете Святой Библии, потому для меня никогда не было абсолютных авторитетов. Что не сходится с Святой Библией, то прошло мимо меня. Лестницу я начитывал и распространял. Что не вопреки Святой Библии, то принял. Если по ней конкретные вопросы, то по скайпу можно поговорить. Время в Москве. Ну, дальше приготовили, знаете, 10, видите как. Мы все записываем. Если кто говорит, а я против, чтобы записывали в интернет, сразу выключаю, разговоров никаких нет. Зачем мне это нужно время тратить? Таня Бельская, Ромаш, город Львов, Украина. Игнатий Ильич, большое спасибо. Крепкого вам здоровья, долгих лет жизни. Божьего благословения во всех ваших делах. Все доступно и понятно. Я с Украины. В грязной политике не роюсь и тем более участия не принимаю. Но мне очень интересно ваше мнение о событиях на востоке Украины. Это я тоже многократно уже объяснял. Ну, я сейчас покажу еще немножко. Вот это оставлю, чтобы запомнить где-то на завтрашний день-то. А вот наш YouTube, посмотрите. Православный видеоканал. Повторяю. Вот здесь есть слово «главное». Если нажмете на «главное», то увидите, вот здесь вот «жития» выставляются на каждый день. Вот они идут. «Жития». В 80-х годах я насчитывал. Вы просто понимаете, они переносятся на мой мир. Тоже такого нигде нету. Чтобы каждое житие, это 1173 ролика, только по житиям будет. Да еще настоятельно жития мы там несколько сот создали роликов, есть насчитаны. Ну вот сейчас, пока мы говорили, смотрите, кто-то зашел, давайте глянем, свежее. А о чем он говорит? Роман Николаевич. Вот сейчас мы посмотрим, прямо сходу, даже я еще не читал, что он тут говорит. 34 минута 33 секунда. На иконах Христос с волосами до плеч. Но если же о имидже беспокоиться, значит угождать мирскому по моде. Женщины раньше не стригли волосы, как сегодня. Прически до плеч или еще короче. Ну так понятно, что Христа рисует. Откуда взяли это? Он не был Назареем. Не был. Он пил вино. Поэтому вот здесь, пока сейчас говорили, по скайпу кто-то зашел. Сразу сейчас глянем. Вот сходу. Хорошее, плохое мы сразу можем увидеть. Сергей парализованный. Что он говорит? Подожди-ка. Это какой год, спрашивают? Это я, мои фотографии. Ну, я не могу точно сказать, но думаю, 60-й. Это я в Морфлоте служил. Вот когда начинаю рассказывать это, у меня столько необычного в биографии, что люди просто не верят, быть этого не может. Ну, я говорю, ты в армии служил? Служил. Увольнительную давали? Давали. На сколько? Ну, часа на 4, это уже хорошо, на 3. Ну, а ты мог на ночь не явиться? Как не явиться? Не понимают даже. Ну, а какое у тебя звание было? Ну, бывает сержант, старший сержант, дальше-то уже и нету. Лычка. Мне сразу призвали звание старшины. Увольнительную давали мне на год, 1 января до 31 декабря.
Да это не может быть. Не может быть, а вот я перед вами. Загадка? Да, загадка. Когда я был в морфлоте, а потом в этот момент, это было в 61-м году, образованы ракетные войска. И собирали всех, у кого образование выше 10 классов. А у меня строительный техникум. Я работал в органах МВД, направили в строгорежимный лагерь Плишкины в Иркутске. То есть я перепроверенный сын пролетариата. И меня поставили на должность в ракетных войсках техник, смотритель воинских зданий ракетных войск Дальнего Востока. Представьте, должность какая. Звание старшины, а официально было это сержант, три полоски было. А должность старшины. Я ездил везде, проверял годное здание офицерам, где что дать, как это. Вот такое необычное состояние. Я еще ни одного не встретил, у кого бы уволитель на год была. Срочная служба. Это я в морфлоте был. Сергея заинтересовало где-то. Это взял он из моих там где-то. Ну, понятное дело, я был верующий уже. У меня там крестик пришитый к лямочке был, ну, а Евангелие даже слышать не слышал. Ну, теперь еще что сказать. Во свете Библии обернемся. Заходите на наш сайт. Здесь все абсолютно. Вот, нажмете на форум, нажмете на видеоканал. Вот здесь какие книги, какие вопросы, ответы. Можно скачать гравюры Гюстава Доре, нами раскрашены. Абсолютно все. Все есть здесь. Такого сайта нет в мировой сети. Это абсолютно точно. Здесь полностью насчитано 50 книг моим голосом. Такого нет пока нигде. Ну, вы так любите и хвалите. Господом хвалюсь. Это невозможно. КГБ даже не верило, что это сделано. Меня арестовали по санкции МГБ, московского КГБ, не алтайского. Но алтайское КГБ старалось, конечно, выполнить. И когда все следствие закончилось, на мне задействовано было 12 кандидатов наук. В 32 человеках искали противоречия где-то, допрашивали. По разным республикам летели там следователи. У меня следователь был, конечно, около 12 следователей только было. Потому что я коснулся таких материалов. О протоколах сионских мудрецов. Что будет дальше? О приходе Антихриста. Это все начитано было. Архипелаг ГУЛАГ я первый в стране распространил, дополнил страну. На 10 лет раньше первой публикации в Новом мире. На 10 лет. И поэтому МГБ, когда закончилось, говорит, мы думали, работает несколько отделов. Отделов, а оказалось один человек. То есть вещь вообще невероятная. Невероятная? Почему? Я спал 2,5 часа в сутки. А остальное время в работе. И даже нужды никакой нету. И поэтому, которые ничего не делают, они злобятся, умирают. Вы о себе говорите. Яков говорит, покажи веру твою без дел твоих. А я покажу и сделал мой город, не может укрыться на вершине горы. Это Бог сделал. Павел говорит, я более всех потрудился. Не то, что мне нужна реклама, но это действительно так. Я не буду говорить, а кто ты такой, что ты вылез? Я имею моральное право говорить о том, что видел. У меня есть такая должность, которую сегодня трудно найти, может быть, одна или две только найдется, два человека. Какая? Быть попечителем. А ее имеет только право тот-то, тот-то, тот-то и говорится. Я имею право ходатайствовать за людей, которые изменили какие-то показания, что-то отреклись, ходатайствовать перед синодом. Вот человек что-то там сделал не так, когда был в тюрьме, не выдержал пыток. Ну, за него ходатайствовать я могу, почему я испытал. У меня руки, все выверчено, мне дано право, я и называюсь исповедник Христов. Имею право ходатайствовать за людей, которые так многое потеряли, которые униженные были. Такое право больше никому не дается. И это Бог сделал согласно канонов. Богу нашему слава во веки веков. Благодарю Никита, Володя и всех, кто молился за нас тут. Во славу Божию.